Привет, друзья! Комплекс Rapid Rider, разработанный для борьбы со всеми типами современных FPV-дронов «Камикадзе», протестировали российские военнослужащие. Далее будет показано тестирование на FPV-дроне «Овод». Комплекс радиоэлектронной борьбы «Тетрайдер», в отличие от многих новых РЭП, используют для подавления дронов и частоты 400-500 МГц, на которых сейчас управляют некоторыми дронами. В целом, комплекс работает на частотах от 400 до 5900 МГц. Это максимальная комплектация комплекса, оснащенная несколькими куполами РЭП. Как сообщают разработчики, комплекс подавляет широкодиапазонными помехами каналы управления. Используется и смещение частоты помехи. Комплекс Rapid Rider, в зависимости от комплектации, имеет мощность от 100 до 450 Вт и подавляет дроны на дальности от 40 до 500 метров. Вес комплекса от 10 до 40 кг. Питание установки от 12 до 24 вольт. Цена Rapid Rider от 230 до 515 тысяч рублей или от 2,5 до 5,5 тысяч долларов. Так, сегодня тестируем средства радиоэлектронной борьбы Rapid Rider. Дрон «Овод», который подошел к нам на подавление. Сейчас он отойдет от нас на 300 метров. Я дал команду, она там отходит. Мы включим средства радиоэлектронной борьбы Rapid Rider. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.